важное определение. Хорда. Господа, это очень просто. Хорда – это любой отрезок, соединяющий две точки окружности. Ну а что такое диаметр, вы уже помните. Самая длинная хорда – это диаметр. Почему хорда по длине не превосходит удвоенного радиуса? А очень просто. Потому что есть и равенство треугольника. Вот это радиус, хорда, это сторона треугольника, меньше, чем сумма этих двух сторон. Ну, в случае, если отрезок пройдет через центр, треугольника не будет, будет только диаметр, и тогда будет, соответственно, равенство. Отлично. Следующая задача. Докажите, что если вы рисуете окружность, и в ней рисуете хорду, пока ничего страшного нет, то отрезок, соединяющий середину хорды с центром окружности, перпендикулярен хорде. Повторяю, если вы в окружности рисуете абсолютно любую хорду, берете у нее середину и соединяете эту самую середину с центром окружности, докажите, что получаем перпендикулярный отрезок хорды. Доказательство. Мы получаем любой угол, соединил концы хорды с центром окружности, так? Как называется треугольник, который получился в весе? Равномерный. Почему он равномерный? Потому что это радиус окружности. А радиус равный. Отлично. Равномерный. А нет, я не имел права. Если здесь я так пометил, то здесь надо было как-то по-другому, да? Итак, равномерный треугольник. И дальше на какую теорему вы ссылаетесь? Что в равномедленном треугольнике... Это определение равномедленного треугольника. На какую теорему вы ссылаетесь? Да? В равномедленном треугольнике высота биссектриса и медиана, проведенная из вершины, это один и тот же отрезок. Так? Да. Все, значит, если мы провели медиану, то она в равномедленном треугольнике заодно стала и высотой. Так? Все, спасибо, вы абсолютно правы. Отлично.